Дорогие студенты, сотрудники, выпускники, ветераны и гости Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Павловича Королева. Привет вам с борта Международной космической станции. Поздравления с Международной космической станцией звучат как признание заслуг. Именно выпускники Куйбышевского авиационного института, а сегодня Самарского национального исследовательского университета, обеспечивают всю пилотируемую космическую программу Земли. Не случайно юбилей вуза совпадает с юбилеем запуска первого искусственного спутника. 75 лет назад в Куйбышеве был сформирован институт, надолго определивший статус Самары как космической столицы страны. И 60 лет минуло с тех пор, как с орбиты пришли первые позывные. Хоть и нам 75 лет, но это начало пути. Мы соревнуемся с теми университетами зарубежными, которым по 200-300 лет. Так что впереди большая дорога. Сегодня Самарский университет – это ведущее учебное заведение страны. Он входит в глобальные мировые рейтинги, в которые год от года только улучшает свои позиции. Масштабное празднование юбилея состоялось на статусной сцене города в Театре оперы и балета. Выступали студенты, преподаватели и выпускники. 75-летием их поздравил глава региона Дмитрий Азаров, вручил награды и пообещал поддержку в дальнейшем развитии вуза. Мы обязательно создадим все условия, чтобы университет занимал самые высокие строчки в мировых рейтингах научных, национальных, исследовательских университетов и не только. Я хочу вас всех поблагодарить за ваш труд. Я хочу всех поблагодарить, кто прилежно учится. Я хочу пожелать университету новых успехов, побед, свершений. И здесь можно смело сказать, только вперед. Я хочу вас поздравить еще раз. С назначением мы договорились, что будем единой командой и победим в любом деле. Спасибо. Сегодня в университете учатся 16 тысяч студентов, в их числе представители 60 государств. Университет борется за место в сотне лучших в мире. Это вполне реальные задачи, считают студенты прошлых лет. Традиции и инновации вуза дали путевку в жизнь многим поколениям выпускников. Авиационный институт с самого начала стал настоящей школой, кузницей, как раньше принято было говорить, научных кадров, партийных, советских. И на протяжении всех этих лет вот эта высокая марка института, она продолжает сохраняться. Мне довелось учиться и закончить авиационный институт в 89 году. Не могу не похвастаться, что я закончил его с отличием, с красным дипломом. В этом огромная заслуга педагогов, которые по жизни меня сопровождали. С юбилеем сотрудников и студентов поздравил главный федеральный инспектор по Самарской области. Сергей Чебан зачитал телеграмму полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Авторитет университета неизменно высок не только в России, но и далеко за ее пределами. А его диплом – свидетельство фундаментальных и прикладных знаний, широкого кругозора, основательной профессиональной подготовки выпускников. По мнению участников торжества, сегодня необходимо поддерживать бренд Самарского университета и его проектов, поскольку именно здесь, в Самаре, можно получить самое качественное образование в мире. Олег Зверев, Станислав Левин, События.